секундочку, есть идея. Привет, Таня с вами. И сегодняшняя моя идея, я делюсь с вами, как писать планы. Часто мы пишем планы, но неправильно, увы. Например, давайте возьмем простой пример, который мы часто хотим у женщины похудеть. Значит, что мы пишем? Буду ходить в джим каждый день, допустим, с 5 вечера до 6 вечера. Или буду отжиматься по 10 отжиманий 3 раза в неделю. Или, ну, все вот такое. Неправильно. Нужно писать конечный результат. Худею на 10 килограмм. И, конечно же, дату. Значит, худею на 10 килограмм 23, допустим, мая. 23 мая похудела на 10 килограмм. Вот это правильно, потому что мы видим результат, мы себе представляем, еще лучше картинку найти какую-то с девушкой такой худенькой, такой, как вы представляете себя, и смотреть и представлять. Почему? Потому что психология наша устроена так, когда мы увидим вот эту булочку, проходящую мимо нас, мы, скорее всего, ее не захотим, потому что мы будем помнить про наш результат, мы хотим быть стройными. А если у нас будет записано, что мы ходим в джим каждый день или 3 раза в неделю, скорее всего, булочка с нами подружится. То же самое, когда поднять нашу попу и пойти в джим, то же самое. Легче, потому что мы видим результат, нам хочется быть стройненькими, нам хочется быть худенькими, и мы идем к этому. Итак, подведем итог. Когда мы пишем план, мы пишем конечный результат. Что это значит? Если мы хотим похудеть, мы пишем число и конкретный результат. Например, 23 мая я вешу 50 килограмм, а сегодня как будто бы я вешу 60. Значит, мы записали 50, это конечный результат, и мы указали дату. Еще выставили фотографию суперскую с нашим пожеланием, мечтой, и каждый день это смотрим, проверяем, так пишут планы. Конечный результат, а не действие. Ну вот, сегодня вот такая идея. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк, поделитесь с кем-то, может, это кому-то пригодится или вдохновит, а может, кто-то скажет «фу, чепуха» и придумает что-то лучшее. Итак, пока-пока, с любовью с Кипра, Таня. Да, я забыла, а подписаться? Подпишитесь, обязательно подпишитесь, потому что будет много идей. У меня идей много, так что не пропустите следующие идеи. Итак, пока-пока.